просто школьная пицца. Я чувствую этот аромат. Хочу понюхать Тимати. Ну, как бы 5 лет. Ошибок пришло. Было много. Я люблю А4. Мама, надеюсь, не послушает этот выпуск. Слава Мэрлоу в квадрате. Мне некомфортно, смотрит мне в глаза. Что? Всем привет, это канал «Золотое яблоко», это рубрика «How to Beauty». С вами Лена Богданович, и сегодня у нас в гостях невероятно смелая девушка, блогер и мастер спорта по идеальным стрелочкам. Встречайте, Карина Карамбэйби. Привет, мои пираты! Привет! Я вам все объясню. Таким образом у нас до свидания. Следующий! Так вот, обратно пути нет. Волосы, не зубы. Вон земля, вода. Воздух. Господи, я реально как аватар. Hi, sisters. Карин, привет. James. Спасибо привет. Тебе огромное, что ты пришла к нам. Я знаю, что ты недавно вернулась из отпуска. Расскажи, пожалуйста, как тут все прошло. Как впечатление? О, впечатления суперские, эмоций много. Я болела 5 дней из 7. Все круто, мне понравилось. Хочу повторить еще раз, но только уже 7 из 7. То есть при этом все равно ты отдохнула, несмотря на болезнь. Конечно. Это самое главное. Сейчас хотела спросить тебя немножко о личном. Как ты решилась на достаточно кардинальную стрижку? Потому что я знаю, что для многих девушек даже 2 сантиметра отстричь — это достаточно критично. А ты, мне кажется, очень легко с этим рассталась. Ну, как сказать, легко. Было сложно. Я хотела, конечно, да. Но это ведь такой шаг в плане, что мы всегда скрываемся за волосами, угу. И потом их нет, тебя ничего не скрывает. Ты просто открыт всему миру. Страшно. Я плакала много. Ну, именно в плане, потому что меня за мальчика принимали очень много раз, и, типа, неприятно было. Вот, а так помогло себя понять больше. И вот, и сейчас круто все, все круто, классно. Скажи, пожалуйста, чем бы ты могла заниматься еще, например, помимо YouTube, если бы он в определенный момент не так повлиял на твою жизнь? Недавно я не смогла зайти в творческую студию. Я, короче, начала искать работу себе и место, где я буду учиться, потому что очень сильно испугалась. Что мне больше нечего делать, я буду просто сидеть дома, это вообще не очень классно и все такое. И я начала, я парикмахером была бы. Классно. Я хотела, очень хотела, но мне папа сказал, что нельзя. И я расстроилась, а потом решила, что если что, у меня есть такая вот возможность. Может быть, в дальнейшем. Стать парикмахером. Классная идея. Буду делать всем вот такое и ничего больше. Расскажи, пожалуйста, что ты думаешь о том, каково вообще сейчас новым блогерам? Реально ли им стать? И если да, то что бы ты рекомендовала новичкам в этой сфере? Новичков сейчас очень много. Ну, на касательно самом деле, YouTube. YouTube сейчас пустой. Угу. Очень мало кто выпускает, поэтому, мне кажется, просто надо делать ролики и все. Брать и делать. Делать, работать, как Катя Адушкина. Расскажи, с кем ты общаешься из блогеров на постоянной основе? Ну, блин. Ну, с участниками кей-кэмпа, из которого я благополучно свалила. Это, кстати, я хотела задать это следующим вопросом про твой уход из TikTok-хауса. Ага, ну... Общаешься ли ты с кем-то из ребят? Конечно. И ты как раз начала отвечать на этот вопрос. Конечно, мы общаемся. То есть я просто не участник уже, а просто друг. Я прихожу к ним вечером, мы играем в игры, мы смотрим фильмы. Все круто, ужинаем вместе. А ты наблюдаешь за какими-то другими домами? Нет. Я не люблю смотреть в интернет. Мне нравится смотреть аниме, там как-то все нарисовано, никаких людей, все спокойно. Поэтому я не особо шарю, что происходит сейчас. А вот мы начали с тобой говорить, кстати, про YouTube, про блогеров. Может быть, есть какие-то современные тренды, которым следует следовать для того, чтобы быстрее, возможно, прийти к какой-то определенной цифре в YouTube по подписчикам? Да фиг знает, я, честно, не шарю. Ну а что касается, кстати, возможно, других соцплощадок, TikTok? TikTok тоже, я это очень редко пускаю. Блин, меня не интересует то, чем я занимаюсь. Нет, в плане, мне нравится делать видосы, просто делать, вот что придет в голову, любая фигня, вот это надо делать. И мне смешно с этого, вот. Но при этом поэтому я не знаю, как потреблять контент, например, смотреть его, ты не... Я смотрю одну блогершу и Дудя. Вот, поэтому... Снимайте ролики все, как у Дудя, пожалуйста, все. Я буду смотреть все. В общем, самое главное — делать качественно и, мне кажется, постоянно. Да, мне кажется, просто главное — любить то, что ты делаешь, и тогда все будет вообще круто очень. Зрители это обязательно увидят и почувствуют. Это просто интересно за этим наблюдать, когда человек вовлечен в это дело. Смотреть прикольно. В самом начале видео я сказала, что ты мастер спорта по идеальным стрелочкам. Но мне кажется, это очевидно. Расскажи, пожалуйста, может быть, ты у кого-то обучалась макияжу, или ты больше самоучка? Я любила смотреть переплощение Насти Шпагиной. Ну, прям колоссальный, который там в клоуна у нее, все такое. Джек Воробей. Было интересно. Я маленькая еще была, смотрела. Круто было. Вот. А потом начала краситься сама уже. Не по туториалам. И методом проб и ошибок. Да, ошибок было много.
Раз мы начали говорить о косметике, я знаю, что ты сегодня привезла с собой то, чем постоянно пользуешься. Yes. Не могла бы ты поделиться этим с нами и немножечко расскажем о твоем, возможно, ежедневном макияже и твоих любимых продуктах? Окей. Okay. Yes, it's here. Yes. Ну, короче, вот такие Давай. Штучки. Это все декор, потому что я не ухаживаю за собой. Честно, я сегодня ехала и думала, как же сильно от меня воняет. Вот. Вот эта тушь, она очень тоненькая. Типа, ей можно сделать все, что угодно. Вот любые рисунки на лице, дракон, мама, Мона Лиза. Я считаю, все можно сделать только ей. Черная? Черная. А, ну типа она для стрелочек. Да, прям совсем тонкая. Очень я тоньше еще не находила. Чем, кстати, ты обычно рисуешь себе стрелочки? Ну, вот этой штукой. Подобной. У меня типа таких 5 дома, наверное. Классная, она очень тонкая, реально. Это от Ламель. Так, дальше. Вот эта штука. Я недавно узнала, что такое пламп. Памп. Типа. Да, короче, пламп для губ. Эффект пухлых губ. Да, они начинают щипать, и они реально становятся больше. Внешне больше. Вот такая штука, она еще блестит. Очень красивый оттенок. Это... Учитывая, что у меня губы, типа, рот меньше, чем глаз, а глаза маленькие, поэтому, ну, прикольная штука. Это Vivienne Sabot. Выглядит очень красиво. Можно я ее открою? Действительно, такая мятная немножко. Так, дальше? Так. Дальше назовет тушь. На самом деле, я просто в поиске огромной туши была. Я не понимаю, что мне, чем красить ресницы, потому что они постоянно выпадают, я никогда не смываю макияж. Я засыпаю с ним, потом раздираю свое лицо пальцами и, конечно же, потом умываю все водой, просто чтобы открыть глаза. Вот. Но эта штука смывается пальцами хорошо, поэтому мне очень подошло. Я считаю, этой штуке надо поставить огромный лайк. Тушь, которая смывается без воды. Самая плохая реклама туши. Смывается без всего. Ну, очень удобно. Да. Так, ну я очень люблю румяна, просто чтобы все лицо было красное, как помидор. Вот. Я, кстати, до начала ролика сказала, что мне очень нравится на светлых девушек румяна. Это так красиво. Ну сейчас у меня их очень мало, у меня обычно делаю прям краснущий нос, Дед Мороз, все такое. Покажи свой любимый оттенок. Вау. Ну, они такие прям персик. Очень персик, красивый. Манго-маракуйя, вот да. Такой коктейль. Давайте покажу. Лор Мерсье. Такой очень насыщенный. И немножко с шиммером как будто бы. И тон, я так понимаю. Ну... Да! Тон от Make Up For Ever. Короче, ну он просто очень мягкий, приятный, потому что у меня обычно вот здесь скатывается, я потом хожу как старуха, а мне как бы 5 лет. Ты любишь больше что-то легкое, что не ощущается, или ты, в принципе, ну, не против каких-то плотных текстур? Ну, плотно — это прикольно, когда делаешь яркий макияж какой-то. Да. Вот, а так на повседневке. Я консилером не пользуюсь. Кинтинг. А вот тоналка легкая — это супер. Так, ну что ж, про косметику мы поболтали, и теперь у нас будет очень интересная часть видео касательно, кстати, ЕГЭ. Я знаю, что ты в этом году закончила школу. Расскажи, пожалуйста, вообще, каково это в 2020-м сдавать экзамены? Ну, я думала, что я буду все время сидеть в маске, мне будет очень душно, некомфортно, больно, не знаю, меня будут бить. А вы в масках, да, все сдавали? Нет. Нет? Ну, ты приходишь в маске, в перчатках, а потом все снимаешь, и все как бы классно. У нас была хорошая фора, месяц лета, то есть нам дали лишнее, чтобы подготовиться, по сути. Принесли. Да, из-за вируса. Ну, короче, было, по сути, легко сдавать. Я не готовилась. И ни все к отлично. Чему. Сдала один экзамен и пошла есть в Макдональдс. А потом уехала в Москву, потому что мне стало очень грустно. Ну, мы тебя поздравляем с окончанием. Спасибо. Это очень круто. Так, ну что, про бьюти мы поговорили, продукты обсудили, а теперь у нас будет ЕГЭ. Ага. Но в мире бьюти. Мне кажется, это будет очень интересно. У нас будет несколько вопросов. Тебе нужно будет ответить на большинство из них правильно. И, кстати, за каждый правильный ответ мы, как прям в настоящей школе, будем угощать тебя какими-то вкусными школьными сладостями, а за неправильный ответ будет какая-то школьная гадость. Давай посмотрим, ой, блин. Что это будет. Натали, заходи. Так, это сладость или гадость? А, вот. А, то есть мы сейчас сами, да? Давай уберем немножко. Туда же. Ой. А вот это что? Это школьная гадость. Мне кажется, это печень. Ты любишь печень? Я веган в третьем поколении. Господи. Воображаемый веган. Все нормально. Пахнет. А это что? Овсянка. С комочками? С изюмом, мне кажется. Не, комочки в манке — это офигенно. А это вот что? Это я люблю. Что это? И главный инструмент. Это типа пироженка, да? Да. А это пицца школьная, такая вот, чисто школьная пицца.
Так, ну что, вилка, для того, чтобы все это употреблять, значит, давай распределим, что же здесь у нас гадость. Я думаю, что вот это, ага. Вот это. Ну, что ладно. Еще тебе менее симпатизирует всего этого? Я все ела в школе. Ну, в общем, я думаю, мы попробуем сегодня все. Сейчас я буду задавать тебе вопросы о бьюти. Что-то будет о косметике, что-то будет, возможно, о бьюти-блогерах. И тебе нужно будет ответить на них правильно, иначе будем пробовать что-то невкусное отсюда. Я одна или обе? А также... Нет, ты одна. А, в смысле? Мы же команда. Куда все это делось? К сожалению, здесь мы, наши с тобой пути разойдутся. Если ты не наберешь, кстати, 4 правильных ответа, то в конце мы сделаем достаточно такое сложное задание, но о нем чуть попозже. Окей. Итак, кстати, на каждый ответ тебе дается всего 30 секунд. Ага. Готова? Окей. Погнали? Много вроде. Первый вопрос по предмету история. Как называется аромат, который Катя Клэп выпустила в 2015 году? 4 варианта ответа. Foxy by Kate Klep, Foggy by Kate Klep, Ice by Kate Klep и In Love by Kate Klep. Я помню, что у меня был канал Foggy Disaster, но я не смотрела. YouTube в 15 году, в 16 начала. Давай Foggy by... Правильно. Это правильный ответ. Ну что, что отведаем? А, мы типа вкусненько можем выбрать. Да. Ну смотри, пицца аппетитная, такая школьная. Я слышала, как она звучит, пицца. Ей можно смотреть даже, мне кажется. Это метательная тарелка. Выглядит аппетитно. Так, ну может быть киевская котлетка? Ну в школе все выдавились вот этим, типа фу-фу, а потом все равно жрали. Да. Что вкусно. Я бы сейчас не отказалась. Да, это тоже. Ну давай вот это классно. Давай. Держи. Что, поможешь? Ну давай, хорошо. А можно нам еще одну вилочку? Руками, блин. А у нас же сейчас есть палочки. Ну ладно, пробуем. Палочка на котлету по-киевски. Это что-то новое. А по-киевски она очень жесткая. Мне кажется, да. Ну выглядит как по-киевски. Она обманщица. Она не киевская. Ну такая уже, знаешь, полежала немножко. Ну границы закрыли, короче, нормально нельзя провести все. Макарошки. Температурой Антарктиды. Ну, это, в этом же ведь вся суть, понимаешь? Школьная столовая не была бы без этого школьной столовой. Так, ну, я думаю, хватит удовольствий. И можно к следующему вопросу перейти. Итак, предмет биология. Готова? Опять 30 секунд. Ты пока доедаешь. Спасибо. Присматриваешься к следующей вкусняшке. Спасибо. Погнали. Какая клетка кожи отвечает за пигмент? Мелатонин, меланин, меланоцит или меладзе? Последнее очень знакомое, что ты знаешь. Песенка есть. Ха-ха, I've got a melanin. Меланин. Угу. Но это неправильный вариант ответа. Реально? К сожалению, да. На самом деле я тоже так думала, но это неправильно. Правильно, знаешь что? Меланоцит. Меланоцит. Блин, я по песенке думала. Да, меланин. Но у меня нет одного. Окей. Ну что ж, а вот теперь нужно попробовать школьную гадость. Я думаю, что очевидно. Она же такая, знаешь, вот холодненькая. Нет, она пахнет, ну, типа, не так дерьмово, как это выглядит. То есть у меня есть 2 котика. Я даже не знаю, на что это. На их мокрый корм больше похоже или на их испражнение. Но пахнет очень вкусно. Я надеюсь, что это печень. Мне кажется, да. Возьми побольше, знаешь, этого соуса. Подстрекатели. Блин, ну я реально взяла зачем? А что она хрустит? Ну как? Ями-ями! Это печень, это печень, это печень. Я так и знала. Я веган в 3-м поколении, если что, меня заставляют. Ну что, следующий предмет. Он называется химия. Что из этого дольше держится? Туалетная вода, духи, парфюмированная вода, отношения Андрея Нойлза и Карины Аракелян. Ну, по сути, отношения Андрея Нойлза и Карины Аракелян, it's me, ой, нет, длились месяц, я так понимаю. И не думаю, что что-то из этого может длиться месяц. Типа туалетная вода не будет держаться месяц точно. Ну, я сегодня попшикалась, я сегодня уже воняю, вот типа сейчас очень сильно я чувствую это заложенным носом. То есть твой ответ... Так, подожди, там туалетная вода? Нет, смотри, туалетная вода, духи, парфюмированная вода или отношения? Отношения Карины Аркеляны и... Что-то длится больше месяца, длится, держится? Ну это неправильный ведь ответ. Почему? А тут не стоит неправильно. Правильный, да? Ну все,
Карин, ты молодец, это правильный ответ, да. Влад, ой. Это правильный ответ. Итак, ну что, какую вкусняшечку на этот раз? Я предлагаю... Хочу все попробовать. Конечно, у нас столько вопросов, и все нужно попробовать. Может, овсянку холодную, с комочками? Ям-ям-ям, философ. Ты серьезно мне подставляешь ее? Нет, ну мне кажется, что, конечно, вот эта тарелка более симпатичная. Думаешь? Хочется печень еще съесть. Можешь, конечно. Слушай. Меня всегда позволят кормить меня, короче, на 5000 калорий. Давай попробуем. Пиццу? Пиццу. Можно руками, да? Да, конечно. Как в старые добрые. Просто. На самом деле интересный. Он реально из школы? Да, конечно. Классно. Мы сегодня сделали такой закуп. Ну как? Еще не хватает, знаешь, такого какао без молока. Цикорий, который... Ну, что-нибудь такое вот, без... Сегодня у нас кофе, но это цикорий. Завтра цикорий, но это кофе, но это тоже цикорий. Какао, это тоже цикорий. Не, ну это со вкусом обычной школьной пиццы. Или чай с молоком. Это тоже цикорий. Классная штука, слушай. Да, она такая, с колбасой еще, наверное, да, такая? Угу. Я чувствую этот аромат. Она очень аппетитная. Я не чувствую. У меня одна зора. Выглядит очень аппетитно, пахнет тоже, но у нас теперь с тобой новая тема, это геометрия. Я, если честно, не любила геометрию, сложный предмет. В общем, давай, сосчитай площадь коробки. Сейчас мне нужно достать для этого задания кое-что. Поверхности? Почти. Я ведь достаю. Сосчитаем. Слава Мэрлоу в квадрате. Вот смотри, линейка. И, конечно же, чтобы тебе было еще удобнее, вот, ручка. Я тоже из Уфы, просто у нас у всех лица похожи на коробки, поэтому мы, можно сказать, сестренки. Так, здесь у нас... Я хочу посмотреть. Так. Смотри, я тебе сейчас объясню все на пальцах буквально, это очень легко, на самом деле, считается. Тут у нас один, Слава Мэрлоу. О, это какая-то ше получилась, не ладно, не умею писать. И здесь у нас второй, то есть, на самом деле, Слава Мэрлоу, он разного роста, то есть, вот видишь, они не равны. Понятно. Вот, это второй Слава Мэрлоу, но это все равно один и тот же Слава Мэрлоу, поэтому у нас получается Слава Мэрлоу в квадрате, вот, а это нерешаемое уравнение. Слава Мэрлоу в квадрате. А, я так полагаю, это правильный ответ? Да. Всем спасибо, всем пока, я пошла. Что? Решаемое уравнение. I'm so sorry. Мама, надеюсь, не посмотрит этот выпуск. Итак, ну что, следующее. Какой город считается столицей парфюмерии? Париж, Рим, Грасс или Череповец? Уфа. Череповец классный, кстати. Уфа, к сожалению, не было варианта. Разве? Уфа всегда хороший вариант. Что там? Давай еще раз. Париж, Рим, Грасс или Череповец? Париж, Рим, Грасс. Это Испания? Ну классно тогда. Ну слушай, можно, конечно, сказать, что это этот город, потому что звучит он очень странно. Но если это Россия, то будет очень страшно. Может. И твой ответ? Ну, го Париж. Нет, это неправильно. Это Грасс был? Да, это был Грасс. Ну, потому что ты прям была это похоже на город, город Грозный. Ну, это, кстати, какая страна? Кто не знает? Грасс. Грасс. Это какая страна? Чаба. А, ну все. А, та, итак, ну что, последний вопрос. А? А, съесть. Мы съесть. Слышали, что... Да, нужно что-то съесть. Да, господи. Пирожное не попробовано, каша и вот прекрасная надо свекла. Надо попробовать все, да? Чего, каша, каша, каша? Каша, ложками, пожалуйста. Побольше забирай. Ну, мам! Это не овсянка. Это не овсянка? Угу. У меня кишечник начал кричать, короче. Так, подбывать. Ну как? Нормально. Ну, то есть гадость-то вот она была вообще здесь у нас? Да. Вот это? Да. Ну все, отлично. Нет, это не животного печень, если что. Спасибо. Так, ну каша, в принципе, я думаю, была неплохая, видимо. Реально нормально. Да?
Я думаю, что обязательно надо попробовать еще вот это. И следующий вопрос. Последний, кстати. Кто из звезд не представлял свою продукцию в «Золотом яблоке»? Обществознание предмет, кстати. Итак. Не представлял свою продукцию? Да. Давай, я тебе сейчас прочитаю варианты ответов, и ты подумаешь. Тимати, Вера Брежнева, Филипп Киркоров или Лена Темникова? Кто из них не представлял косметические продукты в «Золотом яблоке»? Так. У кого есть деньги? А кому нужны деньги? Так, я не буду больше так говорить. Так. Тимати... Егор Крид? Нет, смотри, Тимати, Вера Брежнева, Филипп Киркоров или Лена Темникова. 30 секунд, Карин, я напоминаю. А, Тимати, Вера Брежнева и Егор... Егора там вообще нет! Филипп Киркоров, Вера Брежнева, Тимати... Вера Брежнева? Кто это? Это твой ответ. Давай. Нет. Тимати, Вера Брежнева, Филипп Киркоров, Лена Темникова. А, это которая Виагра? Да. Но она сейчас не Виагра. Сейчас она соло. А еще? А еще? Ну ладно, потом. Ну, наверное, Тимати, он Blackstar только может представлять ведь. Неправильный ответ. Филипп Киркоров, да. Насколько я не ошибаюсь, по-моему, был какой-то парфюм. Блин. Вот. А ответ... Хочу понюхать Тимати. Ответ Лена Темникова. Реально? Лена Темникова не представляла. А пора бы. Итак, ну что? Свекла или пирожное Наполеон? Мама, мне заставляет есть свеклу. Давай. Мне кажется, кстати, свекла это еще ничего. Вот. Это нормально. Да, еще и сыра, смотри, сколько сверху. Можно просто взять, съесть сыр, как все делают в школе. Мне некомфортно, он смотрит мне в глаза. Давай я уберу. Хорошо. Это не сыр, это сыр. Может быть, это чеснок? Ну, выглядит еще похоже на чеснок. Нет, только не чеснок. Это чеснок был, да? Ну, нормально, я ставлю этому было неплохо. 2 из 10. Самое отвратительное. О, боже, пончики. Самое отвратительное из этого, конечно. А самое вкусное? Каша. Удивительно. Ну, странно, удивительно. Да? Я думаю, можно убрать еду. Наталья. Потому что сейчас у нас новое задание. Опять дела. Меня оставили с этим, как мило. Своим любимым блюдом. Так, ну что, следующее задание. Это экстремальный макияж. И сейчас мы вынесем продукты, которыми нужно будет сделать макияж. Но не просто накраситься, ага. А будет такой момент, который мы наденем тебе на руки. Называется питательная варежка. Знаешь, такие масочки. Чего? Ну, типа маски для рук. Да, мы как раз таки наденем их на тебя, чтобы тебе было немного сложнее создавать образ. Ну что, давай посмотрим на косметику. Ага. Которую нам сейчас вынесут. Ой, I'm so sorry. Спасибо. Ага. Класс. Так, у нас тут полный набор. И мицеллярная вода, и класс. Маски. Чистые вот, кстати, кисти. Вот маска для рук, которую мы сейчас на тебя наденем. Ага. Эту маску мы наденем на лицо. Называется она Darling. Recharge. И поверх маски мы будем краситься. Так что, я думаю, можно начать как раз-таки с этой масочки. Так, ну ой. Что это зеркало, в которое ты будешь делать макияж? А теперь давай, кстати, вот выберем. У нас тут две, оказывается, маски для рук. Выбирай, какую ты хочешь из них. Эньки-веньки или вареньки, эньки-веньки, класс. Да. А, как раз, которую я тебе показывала изначально. Так, ну что ж, открываем и надеваем. Мама, я в Екатерине. Господи, что же курица терияки. Выглядит интересно. Вау, супер софт. А что это? Смягчающая, увлажняющая маска для рук. Я думаю, будет интересно. Потому что у тебя так ручки будут скользить. Окей. А что? Я вас поняла. Да, и я тебе вот так, видимо, заклею этим желтым скотчем, чтобы она хорошенечко держалась. Они немножко мокрые. Ладно. Окей, let's go. Она такая, да? Да, там еще. Я как будто бы в плоти матери. Ой, господи, пожалуйста, извините меня за все. Так, ну что, мне кажется, это вот так вот, да? Оп. Да. И? После сегодняшнего дня я запрещаю себе говорить вслух. Вот так. И теперь давай вторую. Это, получается, светоотражающие штуки специально, то есть можно быть фотографом. Ой.
Так. Ну, по размерчику, по размерчику. Удобно? Да, вот это у меня браслетик с надписью «Жопа», его надо вытащить. Иначе будет очень грустно, давай, если с ним что-то случится. Давай, давай. Так, это тоже? Да. Он, конечно, не так важен уже. Браслетики достаем. Спасибо. Перчатку. Наверное, вот так. Нормально, не туго? Нормально. Все. Ты готова к экстремальному макияжу. Удобно? Я сдаюсь. Начинаем с мицеллярной воды. Я предлагаю теперь тебе смыть макияж. И дальше начнем его делать уже при помощи этой косметики. И, конечно же, в перчатках. Я как будто в бане сейчас. Они начинают потеть. Да? Нагреваются? Да. Держи. Вот тебе, кстати, зеркальце. Если хочешь, давай я буду его. Не, давай я сейчас это облокочу. Давай. Чего, ну, тетради красивые. Привет, уродина. Мы сделаем из тебя конфетку. Держи. Куда она искажена? Искажена. Или я просто так выгляжу? Фиг знает. Ты просто на увеличительное зеркало его повернула. А, ну классно. Буду. Она отклеилась. Can you help me, please? Yep. Thank you. Так, я очень прошу прощения. Я посмотрела 3 ролика Мэтча Берлэйна утром, поэтому говорю фразу. Так, окей, let's go. Ага. Так, смываем макияж. Мне кажется, сейчас будет порез лица, как у... Не знаю, у кого были порезы на лице. Терминатора. Я пока достану косметику. Девушка со шрамом дракона. Ну как, в перчатках? Ну слушай, как будто бы это не я делаю. Да? То есть я в салоне красоты, можно сказать. Никогда не была, а вот и работала. Вот ты испробовала. Ай! В глаз заехала этой фигней. Окей, это не так сложно, я думала, что будет сложнее. Меня больше пугает то, что я вижу в зеркале, потому что там... О, класс! Живой так человек. Удобней. Реально, тут там приближенное, это кривое зеркало. Кривое зеркало, Алиса в стране. Алиса в стране, просто. Держи следующее. Блин. Может, сразу два. Ну, это слишком терминаторская работа. Так, это самое сложное, это глаза, наверное. Вообще непривычно мне стирать глаза. Обычно этого не делаю. Стрелка, о, все, исчезла. Осталась тушь. Как же это странно. И вот вы мне хотите сказать, что кто-то на серьезе это делает каждый день? Отстой. Ох. Ох. Держи. Господи, следующий. Сколько на мне маскировки. Покажись. Это так легко смывается. Хорошая мицеллярная вода. Видите, как быстро. Ой. Простите, звуки Карины произошли. Почти что. Все. Спасибо. Можно звать вас мамой? Так, ну что? Карин, все. Мне кажется, очень практически давить. Да? Ну да, мне только тушь осталась, я не смою уже. Ничего. Так, следующий этап. Начинаем. Увлажняющая маска. Что, реально? Конечно, кожу нужно подготовить, увлажнить после перелета. Ну, мам. Маска дарлинг. Можно сразу рисовать. Давай, доставай ее. Все. И попробую ее еще и надеть. Как классно. Вот это вы придумали, конечно. Вот это вот. Увлажнение на максимум. Можно еще эти носочки и спа. И куда мне вот... Окей. Маска хорошо пропитана эмульсией. Эмульсия звучит очень инопланетно. Считаю, что можно просто поводить вот так. Нет, я вообще не хочу это делать. Может, лучше надеть одним движением пам, и все. Вот ты думаешь, что это вот реально так легко. Я сейчас возьму, сейчас это сделаю. Мне кажется... О, на макияже смывает остальное, все. Все хорошо. Все по плану. Я так маски пользую, и все хорошо. Лицо, как будто бы мне 18 лет. Мне уже 18 и 2 месяца. Так что норм. Так, ну что? Ну, смыли макияж оставшийся. I'm so sorry. Есть салфеточки еще. Да, а вот это можно куда-нибудь убрать? Давай. Спасибо большое. Сама, да? Ой.
Я рулон. Я использую каждую возможность. Конечно. Маска тут, я уже вот ее на руки, видите? Конечно. Не 18, 2 месяца. Всем тут 18. Так, убираем остатки увлажнения. А что, после маски лицо не надо мыть? Нет, после этого не надо. Держишь, снимаешь. А можно потом просто салфетку убрать из нижней какой-то эмульсии. И дальше нанесем тон. Ой, елки-палки. Кисточкой. Дожить бы до тона. Ой, привет. Я не слышу вас, олимпийский. Мини микрофон. Звук на месте. Итак, ну что, тон. Смотри, какая у тебя будет кисточка сегодня. Класс, желтый, люблю. Держи тон. Он вроде такой достаточно плотный. Как? Давай, пробуй, открывай. Выливай, наверное, немножко на руку. О! Я смогла, я классная. Мама может мной гордиться. А чем выливать? А вот прям вот так вот. Так, этот тон, кстати, от Estée Lauder. Он достаточно хорошо перекрывает. А ты говорила вначале, что ты любишь плотные, если будешь делать яркие образы. Тем более. А что, мы будем делать яркий образ? Я думаю, да, потому что у нас с тобой очень яркие тени. А этот тон как раз-таки отлично будет выравнивать. Let's go тогда. Так. Растушевывай. Мне кажется, когда растушевывается... Да, вот. Хороший. Отлично. Наверное, себя близко... Ой, елки, нет, я темнею. Такие звуки странные. Это из-за полиэтилена. Так, ну что, половинка лица готова. Ау! Окей, это на самом деле это не так сложно, как я думала. А мне наоборот, со стороны, кажется, это достаточно сложно, потому что я думала, что надев перчатки, в принципе, это будет, ну, легко. Но все-таки не так. Ну, только неприятно, когда эта штука царапает лицо. Вот это вот, ну, немножечко не очень. Скажем так, на повседневке я бы... Не советовала. Да. Так, только по праздникам. Ух ты ж, черт. Так. Ну, в принципе... Давай вот тут еще чуть-чуть. Сейчас покажу. Оп, оп, оп. И все, и никаких спасибо. Переходов. Идеально растушевали. Спасибо. Так, а тут? Шея, которая зелено-белая. Хай. Держи. Так, ну что, тон мы нанесли. Следующий продукт, который у нас будет... Давай посмотрим. Я думаю, это будет консилер. Консилер от бренда Laura Mercier. Держи. Кстати, чем ты обычно, вот если ты вообще не пользуешься консилером, правильно? Просто если растушевываешь, я знаю, что многие пальчиками растушевывают, а сегодня проблематично будет это сделать. Поэтому можно, кстати, тоже кисточкой. Блин, может быть, смыть тональник и сделать только вот этим. Но он очень темный, типа. Ладно, пофиг. Мы здесь, сказать, башкирские люди. Так. Я считаю, что... Вот эмульсия увлажняющая. Я открылась. Подводит на собой перчатка? Да. Ну ладно. Кидок. Держи. Санчо. А что, одна кисть? А, ну можно другой, можно да вот этой. Я это совета спрашиваю, в принципе, а не это. Не предъяву. Я люблю одну кисточку растушевывать и тон, и консилер. Вот, знаю, да, я обычно еще тени потом добавляю. Это все. Румяна. Многофункциональная одна кисточка для всего макияжа. Да, самая тонкая. Так. Для ногтей. А что сделаем дальше? Брови, наверное? Так, у нас есть тушь для бровей, вот такая вот, оттеночная. Ага. И все. Все, макияж закончен. Это сложно. Я сегодня качаю руки очень сильно, потому что они не открываются просто так. Тушь для бровей. Давно не было у меня таких штучек в уличных гонках, скажем так. Да и меня давно не было в уличных гонках. Пора уже открыть ВК. Я пока достану тебе еще продукты. Так, я пока нервничаю, мне словесный помог, поэтому извините. Так, это следует. А-а-а, я промахнулась. О, я промахнулась еще раз. Окей. Покажись. Незаметно. Макияж напускной хороший. Не, ну можно эти веснушки еще сделать, как это будет? Плохо. Веснушки не получится. Так, давай. Пудра.
Пудра прозрачная. Ага, так, мы начинаем ускоряться, у меня руки горят. Держи. Так. Прозрачная пудра это типа... Да, потом у нас будет вот такой хайлайтер. Класс! Ну, это после пудры. А в чем смысл прозрачной пудры? Для того, чтобы зафиксировать тон, потому что, нанеся сухие продукты на влажный тон, они могут дать немножко пятна. Поэтому, чтобы они легли максимально равномерно, лучше сначала пройтись пудрой. А почему прозрачной? Типа? Прозрачной просто. Особенно, кстати, при съемке видео говорят, что вот прозрачная прям отлично блюрит кожу. Блюр. О, господи, как же много надо этой пудры, чтобы скрыть блеск моего лица. Жирный. У меня ощущение, что на мне как бы это масочка сейчас все еще та, которая была. Да, увлажняющая? Да. Я чувствую, что где-то она осталась. Так, я думаю, что ты готова к хайлайтеру. Да. Давай попробуем вот этой кисточкой, может быть. Я не знаю, какой тебе будет удобнее, смотри. Нифига себе кисти. Ну, вот это прикольно, наверное. Давай. А это типа разные цвета его? Да, мне кажется, круто, смешать их все. Ну, я думаю, нет. Вот это? Так, ладно, пофиг. Извиняюсь за странные места для хайлайтера, у меня все-таки нет. А рассказывай, кстати, куда ты наносишь обычно хайлайтер? Везде почти, куда только можно, под бровь, в угол глаза, mm-hmm. в другой угол глаза, типа вот сюда, и под глаза тоже, потому что надо сделать мешочки. Кончик носа. Да, кончик носа вообще обычно делаю настолько там яркие штуки, что это, чтобы видно везде было. Mm-hmm. Ну, конечно, скулы. Ну, это так, по приколу. Все делают, я решила, что это... А, как горит. Румяшки. Делаем ага. такие красивые, свеженькие. И, не знаю, можно вот такой кисточкой, и либо вот такой. Вон, можно та, которая пудра? Она вроде мягенькая. Я чувствую себя волшебником, но не знаю, Гарри Поттером. Я, кстати, видишь, я тут сделала специально типа школьная. Да, что там написано? Ну, короче, текст песни из папиных дочек там. Жизнь иногда выпускает жалость, рай, прошлое слово. О, точно. Весь текст написала, какой-то поместился. Ура, румяна! Румяна ты наносишь объемно на щечки, также на кончик носа. Я просто наблюдаю и yes. дублирую эту информацию. Спасибо. Я уже не умею говорить. И я видела, что ты вроде немножко даже на глаза, да? Все пора бы. Спасибо. На подбородок тоже, потому что ну, я же не контурирую лицо. Uh-huh. Румяна контурирует лицо. Да. Давай так чуть-чуть. Горячо. Так, смотри, у нас есть тени для глаз. У нас есть лайнер для стрелочек. Ну, прикольно. Поэтому с чего начнем? С тени, конечно. Давай, тени. А, вот такая кисточка для глаз. Классно. Тут своя есть. А может, да, ей. Давай, помогу. Достала? Я смогла. Оп! Спасибо. Спасибо всем, спасибо, Олимпийский. Спасибо. Так. Какой оттенок выбираешь? Самый темный? А, внизу, короче, делаем темным. Уголочек, да? Да, чтобы глаза больше сделать. Ну, у меня они маленькие, я пытаюсь их всегда всеми способами увеличить. В основном за счет стрелок, но эта штука тоже действует. Вот. Так, теперь надо подчеркнуть мешочки. Это в центре, да? Угу. Тоже придает объем глаз, они кажутся не такими маленькими. Вот. Ну и наверх что-нибудь такое персиковое надо добавлять. Просто прикол, не знаю. Подложку под стрелочку. Ага, хочется. О, нет, нам потом придется делать тушь. Да, не хочешь? Я просто представила, что это будет больно. Ну, не больно, но как бы сложно. Кстати, а у нас тут нет туши. Как же, о, как жаль. Или это, или вот это она. О, а как жаль. Вот просто маленькая, жаль. Все, окей. Нет, тушь есть. Слушай, красивый оттенок. Реально классно. Персик. Ну, можно нос его тоже. Его так румяна можно. Что-то с бровями не так, я их не красила, получается, да? А ты сделал только тушь. Понял. Блин, а блестки что, вы не краситесь? Их, мне кажется, по идее, нужно пальчиком, но... Пальцев больше нет. Я уже держу стрелочки.
Переборщила. Yes. Отлично. Поехали. Самое интересное, мне кажется. Хотя... Ой. Интересно какой. Это типа точки делать? Но им нельзя стрелки сделать. По-моему. Дот. Дот пен. Ну ладно, сделаем точки на лице. Чего уж нам. Вот так. Ой, ёлки. Вот стрелочки, практически. Я промазала. Мы все будем добавлять до тех пор, пока это... Ну, относительно нормально, можно сказать. Куда можно еще добавить это? Вот тут. Чтобы взгляд открыть. Муха. Я муха. Макияж мухи. Ресницы. Завершающий этап глаз. О, нет. Покажи. Новенькая. Интересное что-то. Интересная щеточка. Телефоновая? А типа, видишь, маленькая, большая. А, поняла. Ёлки-палки. Кому как удобнее. Вроде такая густая. Интересно, как она смывается. Да, очень интересно, как она смывается. Так, я не вижу, что я делаю. Все отлично. Ты красишь именно ресницы. Ничего не ляпнула. Ну, пока что чувствую, да, то, что все прекрасно. Нижний красишь, кстати. Ага. Вот, как раз только что все испортил. Ну, скажем так, макияж не на выпускной. Но... Ну, почти, в принципе. Хотя я ходила на свой выпускной после того, как переезжала. Мне кажется, я выглядела примерно так же. Макияж мухи на мне был. Ага. Так, смотри, у нас есть несколько оттенков помад для губ, и есть два карандаша. Какой бы карандаши для губ — это что? Никогда я, кстати, не пробовала. Можно нести их в качестве какой-нибудь типа а-ля подложки под помаду, если хочешь, не хочешь делать, например, контур. Ну, либо использовать их не по назначению, да. Потому Спасибо. Что вот эти, кстати, многофункциональные. Их и на глаза, и на губы можно. Нет, мне не нравится. Ну ладно, хорошо. Нравится. Обманула всех. Так, можно еще сюда? Не знаю, буду сейчас выглядеть как... Не буду говорить, кто. Я договорюсь уже сегодня. Да нет, нормально, мне нравится. Блин, нет, сердечки не буду рисовать. Так, нормально? Ага. Не совсем понимаю, что... Вроде Ну, хочешь, можно кисточку. Я делала бы типа корейское что-то. Вот такая пытаюсь. Кисточка, она заменяет пальчик, можно прям растушевать карандаш на губах. Попробуй. Я обычно делаю что-то, пытаюсь делать что-то по типу корейского. На центр, да? Угу. И вот сейчас можно добавить какую-нибудь помаду. Нет. Чуть-чуть, как тинт. Ну, можно, ладно. Уговорила. Какой нравится оттенок? Она. Три. Хорошо. Так. Ну, вот это, наверное, выглядит как бы презентабельно. Презентабельно. Модно, скажем так. В стиле Paris Hilton. Можно тоже кистью растушевать, если хочешь. Кисти жидкую помаду? Да. Это можно? Ну да, как пальчиком. Законно вообще. Оп. И сейчас вместо пальчика можно так оп-оп-оп и растушуешь. Я пальцем не тушу обычно. Да? А, ну все. Все намного проще. Ну, я попробую, короче, этой рукой. Спасибо вам. Нормально. Все? Ты растушевала при помощи варежки? Вот этой вот? Да. Отлично. Так, ну что, мы использовали с тобой все продукты. Макияж реально был экстремальный. Реально экстремальный? А что? Давайте снимем. Это давай посмотрим, здесь? Что с руками. Тест лучших масок для рук. Ничего. Вау! Так. Окей. Тут смайлик, смотри. Татушка новая. Так, ну что, салфетками, мне кажется, можно это все убрать. Ой, горячо-то как им. Тепленькие. Все. Господи, мама будет много гордиться.
Записываем? Я считаю, что макияж получился чарующий и интересный такой. Мега-муха можно назвать его. Мега-муха с шармом. Вот, то есть если бы я встретила такую на улице, я подумала... Я бы что-нибудь точно подумала, что это уже по ситуации. Когда я себя встретила или с кем. Ну, такой маргинальный макияж, я считаю. Немножко. Из-за точек. Многофункциональный, вот. Ну, такое, знаете ли. Вот я чертяга сегодня, макияж подстать. Ну что ж, Карина, я надеюсь, тебе у нас понравилось. Да, вполне весело было. Мне кажется, очень. А теперь самая приятная часть этого видео, это, конечно же, конкурс. Мы будем разыгрывать 3 набора косметики и футболки, которые ты сейчас подпишешь. Итак, их сейчас, кстати, принесут. Ура! Yes, розовый. Мы можем подержать. Как тебе или на столе? Давайте. Давай уберем. Давай. Как раз берем косметику. Кима классная уборщица. Наше призвание. Да я как раз недавно работу себе искала, думаю, чем же мне быть. Оп, оп. Может, тоже туда? Да, отлично. Ну, а я с вами постою, да? Да, ты можешь с нами постоять и корзинку подержать, и унести потом ее. И сразу уйти. Нет, а что, как? Где? Или уходи. А, мы... Или уходить. Ну, может, футболки подпишем тогда. И... А он прям просвечивает сейчас будет, да? Он сильный маркер? Что, это пофиг? Он для ткани, да, он специально. Ага, мне кажется, он будет сейчас просвечивать просто насквозь всю футболку. Нет, мы пробовали. Проверяли? Да. Все окей. Так. Блин, может нарисовать им типа... Что хочешь. Реально? Да. Класс. Блин, а что нарисовать? Ладно, сейчас будет чудик здесь. Я люблю Курбан Байрам. Это мое имя просто, ну типа Карам Бэйби, Курбан Байрам. Созвучно. Так, ага. Великолепно. Первая готова. Блин, там прям под мышку ушло. Простите. Так, давай следующее. Тут мы напишем, конечно же, строчку популярной модной песни. Цепи. Прям вот под, вот здесь напишем. Цепи висят на папе. Ну, как-то не знаю, это странно просто цепи висят на папе писать. Да? Нормально? Это классно. Окей, мы оставляем цепи висят на папе. И точка в конце. Да, потому что это факт. Висят, висят. На папе, на папе. Великолепно. Так, здесь у нас... Очень хочется написать на всю футболку «Я люблю А4». Но я еще не смотрела последнее видео. Так, здесь мы сделаем... Письку какую-нибудь нарисовать тоже хочется, но тоже очень плохо. 18 лет уже человеку, вот этому... Пора становиться взрослыми. Поэтому напишем здесь. Я поняла. Слушай, ну что лучше, папины дочки или жопа? Жопа. Ну я уже совершеннолетняя, поэтому может. Начинаю. Так. Ха. Ну нет, мы будем писать что-то поинтереснее. Так, ну я покажем. Считаю, что все в России должны ходить в футболках в жопу. Это все. Нет, подождите, здесь еще будет ребус в конце. Это будет особая футболка, которая, типа, разгадают немногие. Ну, так-то все. 20... Все, я вспомнила. Спасибо, Ярик. 22. Вот так еще. Послание, которое... Секрет. Там будет секретное послание, которое никто не узнает, пока не получит уголку. Yes. Ну что ж, что нужно сделать для того, чтобы принять участие в розыгрыше и, конечно же, выиграть эти призы? Нужно просто написать в комментариях, в каком городе больше всего ждете открытие золотого яблока. Пишите. Ну и спасибо всем огромное за то, что были с нами, смотрели это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Так, это YouTube, там лайки не такие, там вот такие лайки.
Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Колокольчик. Проверьте, ваша кнопка серая или красная. Сделайте ее серой за 3 секунды. 1, 2, 3. До новых встреч и пока-пока. Ура! Забирай футболки и беги! Мне вторую! Все мои. Все, теперь все.